Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Кабанский район. Один из объектов визита – Клюевская средняя школа. Та самая школа, которую обсуждали на сессии Народного хурала. Здесь сменилось уже несколько подрядчиков. Сроки сдачи постоянно меняются. И сейчас Алексей Цыденов взял строительство этой школы под свой контроль. Тут еще останется устройство МОФов, озеленение и освещение. И плюс еще футбольное. Да, в поле. Хорошо. Какая площадь рекомендуется? Около 1500 квадратов. Сколько времени? Это, ну, дней 20 займет. Главный вопрос, который задали главе Бурятии учителя, смогут ли дети пойти в эту школу 1 сентября этого года? Меня очень сильно волнует, конечно, вот это строительство школы, поэтому я пишу во все инстанции и везде задаюсь вопросом. Вот вопрос к вам такой. Вы сейчас примерно походили, посмотрели, и скажите, пожалуйста, вот есть у нас гарантия того, что мы 1 сентября зайдем в школу? Ну, если вы не зайдете, то у кого-то голову полетят. Это точно? Абсолютно. Потому что вы... Все хотят сохраниться, соответственно, 1 сентября зайдете. Основные проблемы школы выявляются уже на стадии строительства. Не так давно здесь затопило цокольный этаж. Подрядчик уже принял меры. Посмотрели технические решения, проектные решения, как изменение здесь уклонов насыпи. В целом уклон площадки будет немножко изменен в сторону ливневых баков. Вот. И это должно обезопасить от того, чтобы поверхностные воды не попадали в помещение. В школу уже завезли мебель. Остались работы по бетонированию площадок, строительство отмостков и благоустройство территории. Ориентируемся на то, чтобы 1 сентября пойти. Поэтому все будем делать. Для того, чтобы пойти, буду контролировать сам. Илья Балханов, Булат Зандаков, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».